Не только общие геополитические интересы и взаимовыгодные экономические проекты связывают Азербайджан и Россию. Не менее важный фактор – плодотворное сотрудничество двух стран. Это глубокие корни нашей общей культуры. Отсюда и бережное отношение к памяти тех, кто внес большой вклад в эту общность. На этой неделе в Баку в Русском доме прошла выставка азербайджанской художницы Инны Селезневой. Выставку посвятили 135-летию выдающегося художника-авангардиста Марка Шагала. В честь знаменитого юбиляра художница подготовила презентацию картины репродукции Шагала «Синий цирк». Конечно, повторить Шагала практически невозможно. При всем минимализме и простоте рисовать работы этого гениального художника очень сложно, так как технически они крайне замысловатые. Но я надеюсь, что мне удалось передать дух детской непосредственности, присущей многим его произведениям. Инна Селезнева представила 35 работ, которые гармонично дополнили центральную экспозицию в память о Марке Шагале. Марк Шагал – человек, сформировавший целую эпоху в искусстве. Этому художнику присуща своя трактовка мира, романтика. Его картины знают и любят во всем мире. Я очень рад, что сегодня мы также присоединились к празднованию 135-летия со дня рождения одного из наших любимых художников и мечтателей. В Баку очень любят и ценят творчество выдающегося мастера авангардного искусства 20 века. Марк Шагал прожил удивительную жизнь. Он родился еще в Российской империи, а умер в 1985 году на закате существования уже другой социалистической империи СССР. Его работы можно увидеть в музеях разных стран во Франции, США, Великобритании, Беларуси, откуда он родом, в России, а еще в музее современного искусства в Баку.